А если нету чувства юмора, что делать тогда? Вот нету чувства юмора, у меня нету его, нету. Это муж этот анекдот рассказывает, знаете, старый анекдот, что у тещи должно быть два зуба. Ну, знаете, одним, чтобы бутылку с пивом открывать, а другой, чтобы болел. А зачем же зубом открывать бутылку? Ну, у нас же открывашка есть. А та мама нам помогает, а если зуб болеть будет, она же помогать не сможет, правда? От Нина, ну с тобой тоска такая, сил нет. Ну нет у тебя чувства юмора, ну нету, ну хоть стреляйся еще. А то придет с работы прямо оттуда с дверей кричит, меня с работы уволили, все! Я прямо на пол, ой, ну как же детей кормить, как же жить, как же? Он говорит, Нина, это розыгрыш. Дурак, тебя бы кто так разыгрывал. Я с полу встану, сердце так колотится, иду за ним, а он за угол забежит, мой черный чулок на голову наденет и выскакивает, ограбление, руки вверх, все! А я опять на пол. Он говорит, Нина, ну тоска с тобой жить, ну нет, у тебя чувства юмора, ну нет. Я думаю, правда, ну скучно ему за мной. Ну скучно. Может, думаю, мне тоже что-нибудь придумать, чтобы повеселее было. А он у меня спит крепко. Ой. Нет, ну если там пушкой выстрелить над ухом, проснется. А так, я что придумала? Я взяла палку длинную. Вот он лежит. Я палку продела. Его вокруг палки замотала. Его вместе с палкой вокруг кровати. Села, что? Он утром глаза открыл, встать хочет ним. Я Сашенька. Слава Богу, глаза открыл. Месяц лежишь без сознания. Ой, думаю, уже прощаться не придется. А он глаза вылупил, у него язык к небу прилип, говорит, ты же с кровати упал, позвоночник в трех местах сам. Лежи, а то сейчас опять сознание потеряешь. А у меня соседка, вот она без чувства юмора. Мы договорились, что она войдет в крайнем случае. Спросит, как Саша себя чувствует, и все. Она вбегает, ой, Саша, беда-то какая. Ой, а пожить бы еще мог. Годы твои какие. Нина, я тебе черной материи принесла зеркала завешивать. Я говорю, ты что делаешь? Выйди, не мешай прощаться, выйди. Она вышла, я говорю, Саша, ну уж так недолго тебе осталось. Скажи, может, чего скопил на черный день? Может, заначка у тебя какая есть? А он говорит, не может, у него слезы из глаз текут, он пальцем так тычет. Нашла я под шкафом заначку его. Как дала ему по визенам, я говорю, за что? Я говорю, так, лежи, глаза не закрывай, лежи. Опять соседка вскакивает. Говорит, Нина, я совсем забыла тебе сказать. Нинка, я же это, вот твой Сашка же с моим, Колькой одного роста, ладно? Одного размера. Ну ты вещи после него не выбрасывай, ладно? Что останется? А? Дети ваши выросли, он здоровый и не подойдет. А тот майор, который за тобой ухаживает, я на мне глазом-то. Ему не надо, он тебе до пупа. Мы говорим, какой майор? А, Саша, не до тебя сейчас. Лежи, тебя это уже не должно волновать. Лежи. Я говорю, что ты делаешь? Ну выйди, ну не мешай мне. Она вышла, я говорю, Саша, ну ты как? Он говорит, что-то я не пойму. Я нормально себя чувствую. Что-то тут не так. Мне жрать хочется. Я говорю, ну да, понятно. Последний прилив сил. Как всегда перед смертью бывает. Я тебе сейчас грелочки к ногам приложу. Пошла грелку ледяной воды набрала, к ногам приложила. Я говорю, ну что, легче? Он говорит, что-то ноги стынут. Я говорю, ну давай прощаться. Соседка вскакивает. Нина, гроб привезли, куда ставить? Вижу, мой совсем никакой.
перепуганный. Пальчиками так одеяло перебираю. Думаю, может быть, что с ним случится. Я так за него испугалась. Я говорю, Саша, розыгрыш это. С тех пор он, как меня разыграть хочет, кричит, Нина, я тебя сейчас разыгрывать буду.